это бедренный перфорант. Вторые, ну, первые сутки, через сутки после процедуры виден тромб в перфоранте. Коагуляция именно перфоранта не выполнялась. Перфорант середина бедра. Это исходные данные состояния перфоранта. Диаметр перфоранта до 1,7 сантиметра. Проксимальный участок подкожной вены 5 миллиметров, дистальный 1,1. Длина перфоранта до 4 сантиметров. Это впадение в бедренную вену.